Дорогие друзья, мои бывшие коллеги, всем привет. Я решил снять сегодня вам свое поздравление в таком неформальном формате, потому что, как бывший журналист, я понимаю, любой сюжет, любой материал является плодом командной работы. И сегодня вместе с коллективом нашей любимой пиццерии First Wave, поэтому, когда мы говорим о командной работе, которая в любом случае должна присутствовать, хоть у журналистов, хоть у поваров, уже у нас сегодня на столе есть подготовленные ингредиенты, не мной. Плюс прошу извинений за то, что я выгляжу таким образом. Нужно соблюдать технику безопасности, особенно в условиях карантина. Поэтому буду сегодня как настоящий повар и в перчатках, и в маске, и даже в фирменной кепке и фирменном фартуке. Начинаем с теста. Тесто – это наш бэкграунд, поэтому показываю, как вообще нужно это все делать. И это наша основа нашего будущего сюжета. Любого сюжета и любого журналистского материала. Для начала просыпаем муку. Мука, кстати, обратите внимание, желтого цвета, она кукурузная. И начинаем делать основу нашей пиццы. Берем тесто и разминаем его вот таким образом. Наш бэкграунд. Все, тесто у нас получилось. И переходим к основе нашего сюжета. Основа нашего сюжета – это томатная паста. Но при этом, как все профессиональные журналисты, не забываем о вкусе и о мелких деталях. Мелкие детали – это у нас укроп и базилик. Теперь приступаем к нашему главному герою, его жизнеописанию. Сегодня у нас главный герой – это колбаса салями. Известна она человечеству еще со времен Древнего Рима. Сегодня у нас, конечно, не настолько древнеримская колбаса. Но, тем не менее, хотя и не гастрономическая лекция, но главный герой у нас размещается в нашем сюжете в хаотичном порядке. Перспективой у нас сегодня послужит сладкий перец. И, наконец, добавляем остроты сюжета. Но в остроте сюжета самое главное – это не переусердствовать. Двигаемся дальше в подготовке нашего сюжета. В любом сюжете должна быть представлена позиция двух сторон. Поэтому сегодня у нас первая сторона – это моцарелла. Показываем ее позицию. При этом не забываем об объективности и укладываем моцареллу все-таки тонким слоем. Не нужно перегибать с позиции одной стороны. Вторая сторона у нас сегодня – это соленые огурцы. Наш сюжет почти собран, но давайте не забывать о балансе мнений, поэтому добавим щепотку пармезана. Сюжетная линия у нас готова, все ингредиенты и составляющие полностью в сборе. Отправляем наш готовый продукт в печь в ожидании того, каким образом любой из зрителей, слушателей, из тех людей, кто читает ваши материалы в интернет-сайтах, в газетах, ждут увидеть какой-то объективный, правильный и, самое главное, интересный материал. Отправляем наш сюжет в печь. Кушайте на здоровье, творческих успехов, объективности вам и, главное, не забывайте о соблюдении профессиональных стандартов.